Очередная симуляция UFC Vegas 32. Бой величайшей весовой категории. Главный бой вечера — это бой между Кори Сенхагеном и Ти-Джеем Делашоу. Ти-Джей Делашоу выходит в октагон, бывший чемпион UFC. 35-летний боец из США, имеет в своем активе 20 боев, 16 побед и 4 поражения. Участник The Ultimate Fighter 14 сезона, профессионал 2010 года, Ти-Джей Делашоу вернулся после почти двухгодичного простоя. Ти-Джей Делашоу и его соперник Кори Сенхаген, 29-летний спортсмен, который имеет 14 побед и 2 поражения. Кори Сенхаген идет на серии из 2 побед подряд. Одерживал он победы над Марлоном Мораесом и Фрэнки Эдгаром. Обе победы он одержал техническим нокаутом. Лауреат премии «Бой вечера», победа в 10 боях подряд. Ну, не совсем это так, потому что он проиграл Алджимейну Стерлингу с сабмишеном в первом раунде. Ну а затем уже была серия из 2 побед подряд. 5-раундовый поединок, легчайшая весовая категория, мы видим статистику. 28 лет Кори Сенхагену, 35 лет Ти-Джей Делашоу. Да, сказано здесь 34, но ему 35 лет. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. It's time! 5 rounds for the UFC Bantamweight Division. Introducing first, fighting! Out of the blue corner! This man is a mixed martial artist holding a professional record of 17 wins, 4 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Denver, Colorado, USA, presenting the former UFC Bantamweight Champion, T.J. Dillashaw! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding a professional record of 14 wins, 2 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Aurora, Colorado, Corey Sandhagen. Рефери Дэн Брилиотто в октагоне. Кори Сенхаген против Ти-Джея Делашоу. Главный бой вечера. 5 раундов. Итак, поехали. Ти-Джей Делашоу, последний бой был 19 января 2019 года. Он проиграл Генри Сехудо в чемпионском бою. Это была не его весовая категория. До поражения Ти-Джея Делашоу было 4 победы подряд. 2 из них над Коди Гарбрандом, где он и завоевал чемпионский пояс. Ну что ж, бой стартовал, и сразу же Сенхаген подключается с левой. Хороший лоу-кик справа от Делашоу. Серия ударов от Сенхагена. Выжидательной позиции бойцы. Двойка в исполнении Ти-Джея. Хайки голову, в блок прям попал Ти-Джей Делашоу.
Идет вперед. Кори Сатхакин. Хороший хайкик. Удар с разворота. Какой мощный удар в исполнении Кори Сатхакина. Ух ты. Как не удалось сейчас Тиджею Дилашоу пробить. И в спину попал Сатхакин своим ударом. Лоу-кик. Бэкфист не прошел. Но зато прошел удар с правой. В исполнении Сатхакина. Прямой удар в блок находится Сатхакин. 2.5 минуты остается до конца первого раунда. Очень много мощных ударов проходит по воздуху или в блок у обоих бойцов. Клинч завязывается, но тут же отходят друг от друга бойцы. Ох, панч Супермен в исполнении Дилашоу не проходит, зато проходит два апперкота. Очень хорошо двигаются бойцы, это нужно иметь в виду. Хороший мидл-кик пробивает Сатхакин. Хорошо двигается, да. И вот такое есть предчувствие, что что-то должно произойти такое взрывное. Сейчас и вот оно происходит. Хайкик с правой. Потрясает Тиджея Дилашоу. И мы видим то, что рассечение появляется на лице у Тиджея Дилашоу. И пробивает корпус мидл-киком своим с разворота Кори Сатхакин. Наносит мощные удары. И тут же ответ от Тиджея Дилашоу. 20 секунд остается до конца первого раунда. Мощную концовку бойцы демонстрируют. Патч Супермена проходит, и Сатхакин спасается, отходит назад. И все. Вот такой вот первый раунд главного боя вечера. UFC Vegas 32. Вот он, правый хайкик в исполнении Кори Сатхакина. И сразу же кровь пролилась в октагоне. Так скажем, первая кровь. Затем какие мощные лоу-кики были от Кори Сатхакина. И мидл-кики. Ну, можно сказать то, что все-таки первый раунд был взвод за Сатхакином. Второй раунд. Бойцы готовы. И начинают. Ой, пробивает лоу-кик и сразу же меняет стойку Кори Сатхакин. Неплохо начал Тиджей Дилашоу, и сразу же двойка. Еще один точный удар в исполнении Тиджей Дилашоу. Нужно сказать то, что бывший чемпион очень здорово начинает второй раунд этого поединка. И по-прежнему не поменял стойку Сатхакин после того, как мощный лоу-кик был нанесен. 30 на 29 удары. Впереди на один удар Сатхакин. И нос разбит уже у Сатхакина. И правый хайкик в голову от Тиджея Дилашоу. Очень мощный второй раунд в исполнении Тиджея Дилашоу. Ух ты, оверхенд слева от Кори. Не проходит удар. Какой с разножки сейчас проходит в исполнении Сатхакина. И уже вынужден отступать Тиджей Дилашоу. Какой же классный поединок. И отбивает ногу снова Тиджей Дилашоу, бывший чемпион. Не щадит своего оппонента. Удар с колена в прыжке. Именно этот удар потряс Фрэнки Эдгара. Но тут же смотрите, что делает Тиджей Дилашоу. Тиджей Дилашоу валит своего оппонента и ловится на гильотину. В очень неприятной ситуации сейчас бывший чемпион находится. И идет на рычаг. Но тут же смог выбраться Тиджей Дилашоу. И начинает работать с полугарда.
Нужно еще отметить то, что Кори Сетхаген проиграл с адмишеном Олджимену Стерлингу уже в первом раунде, и поэтому в борьбе лучше не бывает Сетхагену. Однако мы видели то, что неплохая гильотина была от Сетхагена. Закрыт по-прежнему гард и не может Диджей Дилашоу найти дивиденды с этого. Ну и даже из закрытого гарда проносятся удары от одного к другому бойцу и наоборот. 15 секунд остается до конца второго раунда. И, пожалуй, этот раунд я бы отдал бывшему чемпиону. И никак не могут разойтись бойцы. Тяжело встает Кори Сетхаген. Вот этот вот удар просто потрясает Ти-Джея Дилашоу. Мощнейший удар, и тут уже вопросы, как смог выдержать такой удар Ти-Джея Дилашоу. А вот этот удар с колена просто как иллюстрация красивых хайлайтов после этого боя будет. Именно таким ударом был повержен Фрэнки Эдгар. Так, третий раунд стартовал, и уже наносят друг другу урон оба бойца. Удар с правой! Потрясает сейчас Ти-Джея Дилашоу. Ну, бывший чемпион по-прежнему в строю, по-прежнему стоит. Хоть и отходит сейчас назад. Очень мощные удары у Кори Сетхагена. 53 на 56 статистика ударов. Мидл кик от Кори Сетхагена. Прессингует Ти-Джея Дилашоу, но тут же отходит назад. Снова мидл кик. Проходит от Кори Сетхагена. Хай-кик. Мощный. Великолепные технические данные у обоих бойцов мы видим. Какой классный размен. И сейчас снова натыкается на прямой удар от Кори Сетхагена. А Ти-Джея Дилашоу попытался сделать тейкдаун уже второй в этом бою, но Сетхаген предотвратил борьбу. И снова мощнейший удар уже пошатывает слегка Ти-Джея Дилашоу. Кори Сетхаген в третьем раунде выглядит свежее. И смотрите, идет на добивание Сетхаген. 2 минуты остается до конца третьего раунда. Снова удар с прыжки. И уже похоже это все. Нужно останавливать этот бой главному рефери. И все, да, бой остановлен. Кори Сетхаген одерживает победу в этой симуляции UFC Vegas 32. Прямой удар слева, если бы это еще нога бы прошла, хайкик слева, то я думаю, уже и партере удары не понадобились. Хотя мне показалось то, что уже лишние были все удары вот эти, и нужно было останавливать поединок. И мы видим то, что Кори Сетхаген бьет и наблюдает за рефери. Вмешается он или нет. Все вмешался Дэнни Лиотта. И слушаем официальное решение. Нокаут в третьем раунде. Кори Сетхаген побеждает в нашей симуляции. Ну а мы будем в предвкушении UFC Vegas 32, который мы посмотрим скоро. До новых встреч, до новых симуляций.